Здравствуйте, дорогие друзья! Давно мы с вами уже не пересекались на нашем канале. Всем привет! Добро пожаловать к нам в гости! Я забыл свои очки в машине, и поэтому... это здорово. И это здорово, поэтому будете меня все время видеть с закрытыми глазами теперь. Неважно. Главное, что я не забыла свои очки. Друзья, мы вас приветствуем в замечательном месте. В Праге. Опять в Праге, да, в очередной раз. Но сегодня мы с вами ударим по тестикам. Пестиком и тычинком, тестиком. И по тестикам тоже ударим. И по тестике, кстати, можно и ударить, да, ведь везде надо с тестами ходить. А, по тестикам, да, это сейчас как бы... По пестикам и тычинкам ударим. К сожалению, мы стоим на поляне, на которой буквально еще совсем недавно было много-много-много пионов. А я сейчас скажу, не переживай, но, к сожалению, они все уже отцвели. А мы с вами только сюда пришли. Отгадайте, как говорится, что за место, друзья мои, что за место такое, где мы сейчас с вами находимся? Райский уголок, я бы сказала. Да, вон там, смотрите, прямо у вас находится телевизионная башня пражская. То есть это сразу говорит, что мы в Праге. Мы находимся с вами в ботаническом саду пражском, прямо над зоопарком. Мы сначала хотели пойти сегодня, друзья, в зоопарк с вами, но... что-то пошло не так. Что-то там парковки нам не понравились. Везде закрыто. Ну, мы решили вас сводить в ботанический сад. Да, и мы решили сводить с вами. Причем я давно уже хотела вас туда сводить, но Володя что-то не решил. Ты не говори, что я не давал. Нет. А вот, кстати, пионы еще не все отцвели. Ты знаешь, а это пионы? Да. Они уже все отходят здесь. Они уже отходят. Да, они все уже... Зачахли. В большом количестве. Здесь было очень красиво, просто бомбически. Ну, вон там еще есть какая-то поляночка, там, наверное, рододендроны. Я совсем недавно, друзья, выкладывал фотку из, в Инстаграме и вообще на Фейсбук. Мы здесь с Таней гуляли буквально совсем недавно, когда здесь еще пионы, так сказать, цвели. А я хочу признаться, что пионы – мои любимые цветы. Они так вкусно пахнут, они мне напоминают детство, потому что в моем детстве было очень много пионов. Вы поняли? Вы поняли, какие цветы надо Танечке дарить, если а что А еще вдруг... мимоза, ландыш и сирень. Не, вот там вот есть еще на углу, смотри, пиончики еще только-только расцветают. Мы сейчас с вами пройдем по ботаническим красотам, потому что вы видели, что... Я становлюсь к старости сентиментальным ботаником. А, вот сентиментальным. Здесь еще все впереди, рядом с урной. У них еще все хорошо. Ну, пойдем. На самом деле, эта ботаническая заграда прошла небольшой ремонтик, да? И здесь все окультурили. Абсолютно. Расширили много территории. Очень много чего здесь сделали по левой стороне, вот здесь в начале. Мы еще там не ходили, и буквально вот чуть-чуть подальше, вот там вот рядом с этой палаточкой, которую вы видите такую прямо, там такая новая зона всяких кактусов. Вот. Когда-то давно, сейчас когда вот здесь рядом сходить. Жили, мы часто посещали это место. А вообще в Праге еще есть одна заграда ботаническая. Да, да. Это рядом с Пругоницами, если кто не знает. Ну да, есть. Там, кстати, тоже очень неплохо. О, зато ирисы как-то вообще все. Сейчас мы вам покажем, да? Ирисы. Ты уже ирисы? Да, я уже увидел ирисы. Здесь можно взять что-нибудь попить. Ты предлагаешь купить нам водички? Попить? Вау, я предлагаю тебе купить. Там просто, когда мы, там море кстати, ирисов, когда мы здесь гуляли, мои. Здесь еще ничего не распустилось. Ирисы я тоже люблю. Ирисы? Да. Слушай, да тут все волшебное, даже ну, вот эти просто какие-то... я девушка весна, и я люблю все весенние цветочки. Вот так вот. Вот видите, девушка весна. Девушка весна, да. Честно. Тебе газированную, не газированную? Мне, если есть газированная бутылочка, если нет, можешь просто взять холодную, не газированную. Давайте с вами пойдем на ирисы пока смотреть, пока Таня будет здесь. Слушайте, такое количество ирисов, что просто ужас. Что просто ужас, сколько их. Какая красота. Вот это, кстати, новенькая. Вот этого, кстати, ирисовой клумбы здесь раньше не было. Ее сделали совершенно фантастических разных цветов. Я даже не знал, что их столько бывает в жизни, друзья мои, этих цветочков. Очень классно. Слушайте, здесь все нужно медленно как-то показывать, потому что, чтобы ничего не дергалось, потому что все очень нежно и красиво. Вот кто-то фотографирует свою беременную жену с большим пузом. А тут потрясающей красоты.
потрясающие красоты ирисы. О, какие нежные. Совсем такие нежные, нежные, нежные. Обычно цветы такого цвета, они пахнут хорошо. Я заметил, вот и у роз, и у рододендронов. Такого розового цвета всегда с запахом. Пока Таня там воду берет, где-то там за клумбой вдалеке, мы с вами здесь ходим. А дальше начинается такое засушливая пустыня с кактусами. Тоже ее не было, тоже ее сделали здесь недавно. Она туда вниз идет, но мы с вами сейчас кактусы рассматривать не будем. Мы с вами пойдем с нашими драгоценными черепашками дружить. Слушайте, как здесь красиво вообще. Как здесь красиво, какой отсюда вид открывается на Прагу необычный. Слушайте, неожиданно огромное количество красивейших ирисов. Кто любит ирисы, скажите. Ну какая, вау. Вон Танюшка с косичками. С двумя большими бутылками воды. Поменьше бутылок не было, да? Скажи, пожалуйста, что я тебе отбила холодную воду, она тебе дала вообще какую-то теплую и уверяла, что она холодная. Ты бы мне еще открыла ее. Это какая-то фантастика, это взрыв мозга. Слушай, я-то думала, что ирисы только бывают такие синенькие, вот они бывают... Вот мы как раз об этом сейчас со зрителями говорим. И голубенькие всякие разные, это фантастика просто. Абсолютно, такая красота. Абсолютно. Причем они, видимо, разные подвиды. Ну, они, по-моему, друг с другом скрещенные здесь, да. Сейчас я попью с вашего позволения. Да, сейчас буль-буль услышите. Потом я попью. Вот и поговорили. Шикарный ирис, просто фантастика. Да. Такие цвета еще яркие, совершенно необычные. И, кстати, по-чешски он также звучит. Да, по-чешски точно так же. Ирис, ирис. А кактусы наши не расцвели, как ты думаешь? Ты знаешь, я небольшой любитель кактусов, вот. Ну, когда они цветут красиво, но я пока не Еще вижу. Мне почему-то нравятся гладиолусы. Знаешь, всегда ловлю себя на том, что, наверное, это со школы связано. Гладиолусы? О, извините. Хорошо, что тебе не нравятся гвоздики, Таня. Вообще, гвоздики не нравятся никак. Ты знаешь, отвращение к гвоздикам нам привили с тобой, по-моему. А мы не пойдем в кактусовый рай? Кактусовый рай? Знаешь, наверное, не пойдем, потому что там... Да, а вдруг у тебя среди зрителей есть любители кактусов? Да. И они обидятся. Давай я что-то не вижу, там много кактусов. Давай пройдем, вот здесь дорожка красивая, деревянная, что тебе стоит? Ну, давайте с вами пройдем кактусами. Вот если бы я любила кактусы, а ты бы не пошел, я бы прям отписалась бы от тебя. Ну, давайте. Вот смотри, какая красота, как цветочек. Как цветочек. Как много, орешки. Много разных кактусов, и наверняка они все цветут. Но что-то они все в горшках здесь. У них, наверное, какие-то другие сезоны цветения. Не, ну на самом деле просто начнем с того, что их, наверное, как-то выносят на летом, а зимой убирают. Поэтому они и в горшках. Но есть, которые здесь у нас прижились. Помнишь, в прогоницах мы показывали? Эти у нас растут вполне себе со всеми морозами. Они же тут подписаны еще все. Ты можешь читать, что это за вид? Ну, это же ботанический сад, правильно? Да. Значит, можно, абсолютно. Вот, так что у нас... И вот там даже пальма есть среди кактусов, посмотри, одна одинокая пальма. Африканская? Ну, очень красивый ландшафт, и они здесь только еще, видимо, так доделывают, переделывают. Очень красиво здесь. Мы сейчас с вами пойдем в другую сторону, к болоту Тортилы. А вообще какая тишина, какое умиротворение, да, здесь сегодня? Прям да, друзья мои. Фантастик. Умиротворение – это наше все. Вместо того, пятница вечер, куда-то в движуху нам с тобой поехать, да, мы с тобой в умиротворение. Слушайте, а мы особо не могли. У меня была такая, друзья мои, загруженная неделя, что, ну, как бы было абсолютно не до каких-то развлечений. Я работал по 14 часов. Решал всякие... Даже успел в карете скорой помощи прокатиться? Да, даже успел. Вот какие у тебя ощущения, даже успел в карете скорой помощи прокатиться. А ты там был не пристегнут? Да, я хочу с вами поделиться, да, как раз рассказом про... Не очень веселым, но с хорошим концом. Одному близкому мне человеку по приезду в Прагу в воскресенье стало плохо. Ну, наверное, после перелета, после она самолета. Она почувствовала себя плохо, и
у нее было высокое давление, и она стала терять память. То есть вот реально человек прав, потерял память, которую... Все, что помнил за месяц, не какую-то старую, а вот именно ближайшие дни. То есть она не помнила, как прилетела, еще что-то. И это, конечно, было очень страшно. Я очень переживал. Но я собрал свои там чувства в кулак и вызвал скорую помощь. И вот за все годы долгие, которые я здесь живу, я первый раз ехал на скорой помощи. Сказать, что я, простите меня, не обделался в этом... Ну, я могу с уверенностью сказать, что скорая помощь, чешская скорая помощь, самая скорая помощь в мире. Самая быстрая, да. Вот, потому что мы за 3 минуты там долетели, в общем-то, до больницы. Потому что, если вы не знаете, я вам говорил, кстати, часто на... Давайте я переключу. И вы увидите, как Таня гладит елочку. Зеленый ковер, а оно все молоденькое, оно все мягенькое, такая прям прелесть. Да, потрясающе. А там еще моложе. Это... Писея Глауса. Как здесь пахнет? Что это такое? Это вот оно. Естественно, мы не знаем, как этот цветочек называется. Такое. Вы нам напишите. Но пахнет очень хорошо. А что не знаешь? Оно должно быть где-то здесь написано. Да, оно должно быть написано. Здесь написано, что это Пентиум и Целерон Пентиум. Ну вот. И, короче говоря, друзья мои, я ехал на скорой помощи первый раз в жизни. Это было очень страшно. Она проскакивала все перекрестки на полных парах, включая мощную сирену. Мы там летали со звуками, знаете, громыхающих железяк каких-то там. Мы в пробке стояли. А вы в пробке за нами стояли, а мы ехали, да. Ну, в общем, всех довезли, всех спасли, все живы-здоровы. Ты должен это потрогать. Молодые вот такие вот эти штучки, они как... Они как бархатные. Они как силиконовые, резиновые, резиновые губочки такие. Да, приятненькие очень. А мне нравится вот впереди экспозиция. Их фотографировал. Помните, друзья мои, если вы видели, следите за Инстаграмом, если не следите на Инстаграм, можно подписаться на в описании к каждому видео, ссылочка. И вот эти потрясающие совершенно, я не знаю, что это типа туй каких-то, да, но это, наверное, не туй, это, наверное, что-то другое. Как будто сказочные какие-то... Ты знаешь, это вообще как петух, смотри. Животных. Вот крылья. Да. Задница петуха, простите. А это верблюд. А это, я не знаю, что это, а это кто, лошадь? Это не знаю. В общем, как на вкус и цвет. Посмотри, какие красивые красные цветочки. Потрясающе. Мы сейчас с вами спустимся еще вниз. Так. Там будет японский садик. Думаю, что многие зрители, которые приезжали в Прагу, они посещали немногие. Это место. Вот честно хочу сказать, что немногие, потому что я даже сам ботанический сад посетил далеко не в первый год своего посещения Чешской Республики. Сейчас мы с вами как-то... Здесь у нас живут черепашки. Здесь живут черепашки. Черепашки красноушки. Вот. Где-то они вот здесь обычно сидят, но, возможно, они сейчас и на солнышке греются, но, возможно, сейчас... Или сношаются. Уже... Ну, Танечка, у каждого свои. Вот о чем болит? Я уже не сношаюсь. Да, спасибо, Таня, ты всем рассказала нашу тайну. У меня дети есть, мне уже не надо. Да, тебе уже не надо. Шутка, друзья, все хорошо. Так. А, смотри, кувшинки какие-то там эти. Да. Где же наши черепашки? А черепашки обычно вот здесь. Вот я фотографировал здесь, она сидела. А сейчас они, наверное, уплыли куда-то, потому что им холодно. Холодно? Ну, наверное, конец дня. Судя по кругам на воде, я так думаю, что здесь и рыбка есть. Ну, наверное, есть. И даже вон цветочки по центру растут, смотри, беленькие. Да, вот. Это наша красивые. Любимая. Наша любимая, да. Слушайте, хочу вас всех расстроить, друзья мои, но черепашек, видимо, сегодня не будет. Так что зайдите к нему в Инстаграм, так зайдите ко мне в Инстаграм, и вы увидите, что они здесь есть. Пойдемте с вами по дорожке дальше.
вот здесь с правой стороны у нас такая лесозона, и там очень много детских площадок интересных, мы с тобой заметили. Да, кстати, да, там гуляют родители в основном с детишками. Слушайте, потрясающе, сколько всяких красивейших сиреневеньких цветочков. Все посажено, все подписано, со всем можно наблюдать. Все можно выкопать и унести домой. Обрати внимание, с какой любовью все посажено, да? Как все вообще, это все трогательно. Ой, что-то пахнет. Что-то пахнет, это, наверное, вот то желтое пахнет. Может, вот это красное. Ну так вот, прокатившись на прекрасной скорой помощи... Ты решил не становиться медбратом, да? Я решил не становиться медбратом, как мечтал раньше, а буду сразу главврачом. Вот, потому что главврач сидит и не ездит на этой штуке, да? Да, он оперирует страшно. Больше. Ну, вообще такой опыт не очень хороший, наверное, но закончилось все хорошо. Страшно, истории, страшно, да? Реально было страшно, мне было страшно. Я вообще могу, друзья мои, теперь написать спокойно диссертацию о том, как человек теряет память и как он его возвращает обратно. Потому что за практически 6-7 часов все это произошло со мной, и я был свидетелем и того, и другого. Это было очень интересно. Я понятия не имел, что такое вообще в принципе возможно просто от высокого давления. Ну, все, теперь уже хорошо. Когда мы с тобой только начинали сюда приходить на прогулки, вот этих дорожек чудесных еще не было, да? Вот их буквально недавно сделали. Этих, да. Да. Мы да, тут да, по лесу просто ходили. Абсолютно, абсолютно, абсолютно по лесу. Здесь была обычная грунтовая дорога. А еще здесь очень много хвойных деревьев, и мы с тобой поймали ощущение, мы себя что поймали здесь на мысли, пахнет как... лесными далями, да, где вот мы как... обычно отдыхали, да, летом. Мы с Таней постоянно отдыхали летом в таком доме отдыха там в Подмосковье, и там было очень сосновое место, все было засыпано, естественно, еловыми и сосновыми иголочками сухими, да, и поэтому запах такой достаточно специфический в воздухе висит. И это очень-очень-очень-очень будоражит кровь, да? Ну, какие-то воспоминания сразу да. Тут тоже, смотри, какое интересное дерево с большими листиками. Что это такое? Подойдем, посмотрим. Тут написано. Вот у меня такой авокадо растет, но не такой большой, но листики такие большие. Наверное. Это какой-то шахалан большелистный. Вилколистный. Ну, я с листьями согласна, они действительно очень большие. Да. А там еще кажется... цветок, что ли, будет какой-то в середине, вон, посмотри. А, да, точно. Он еще цвести будет. Да, я вон вижу там какой-то... Бутон. Прикольно. Ну, мы срубили нашу иву, которая росла у нас... Мы не срубили, она упала. Она упала, да, мы ее разрезали, увезли, и Таня посадила на нем, на этом месте, купила потрясающее совершенно дерево. Называется лилиевник, как бы лилиевник. Семейство, ребята. Давай туда подойдем. Из семейства магнолиевых и рододендроновых. Все в одном флаконе. Представляете, какое я дерево купил. Но меня пугает, знаешь что? Что наша кошечка любимая туда гадит, ходит. Вот почему-то она решила, что это ее место. И вот как с этим бороться, я не в курсе. Ну, не знаю, что удобряет и удобряет. Мочой? Ну, не знаю. Я не знаю, будет ли от этого плохо. О, здесь Stonehenge. Stonehenge. Какой аромат прямо. Stonehenge. Прелесть. Да, а вот та башня, она на самом деле, в ней внутри лесенка, и по ней можно наверх забраться. Я тебе не рекомендую. Но я туда не полезу. Здесь они что-то делают, кстати. Что-то делают, извиняются за... Ой, запах, ребята, фантастический. Сосновый. Шишки. Кругом сплошные шишки. Здесь они что-то будут ставить, потому что какие-то... Беседка, может, какая-нибудь? Я не знаю. Это вообще коммуникации, вот судя по всему, потому что это... Точно. Это вентиляционные такие... Ну, может, трубы какие-нибудь прокладывают? Я не знаю. Может, здесь какая-то... Это самое, можно было сюда, в принципе, и не ходить. И здесь... Почему-то вода стоит. Интересно, почему здесь вода стоит. Скульптурная композиция «Смотровая башня» под замком находится. И отсюда, друзья мои, кстати, открывается потрясающий вид.
потрясающий вид на Прагу, на реку. Вовремя мы пришли, уже не так жарко, сейчас конец дня, где-то 5 часов, да, по-моему, вечера? Ну, я бы сказала, уже 6 час. 6 час, внизу я бы сказала, уже не 6 час, а 6. Район Троя, река Волтава, там вот Прага, там вот Прага. Хочется заметить, что город оживает. Ты заметил это? Мы сегодня первый раз, можно сказать, зашли в ресторан и пообедали с тобой. Мы сегодня насладились видами Пражского града и вкусной едой. Это было здорово, реально. Это было здорово. А потом я еще заметила, что и турист уже к нам поехал. А еще от вчера или от позавчера у нас с Израилем контакт опять налажен. Так что, товарищи израильтяне, там как-то мало самолетов. Не стесняйтесь, приезжайте. И у нас здесь хорошо. Я не обязываю делать по несколько тестов, которые, как мы выяснили, никто особо не смотрит нигде в аэропорту. Я не знаю, как из Израиля, но вот из России прилетали. Люди не проверили ни там, ни на вылет обратный, никак вообще. Так что, не знаю. У нас все хорошо. У нас дети пошли в школу. Ходят каждый день уже, обычно. Без всяких особых проблем. Первая неделя для них это был ад, вставать по утрам. Вы представляете, год ты... Они выходили из дома как солдатики, у них глаза закрыты, они только вот идут как роботы. Куда им сказали идти в школу? Год ты выходил из дома, как бы не выходил из дома вообще, занимался, был сам себе предан... Тихо. Это специально для кошечек, собачек и птичек. Сидит сорока, пьет водичку. Я думаю, если бы тебя сейчас здесь не было, она бы еще искупалась бы. Она чудесно мочит горло. Шиковно. Привет. Агой. Не пугай, ближе не подходи, улетит сейчас. Агой. Дай ей попить. Агой. Агой. Еще тычешь в нее палкой какой-то. Агой. Ой, молодец. Слушайте, и не боится ведь? Все, ты испортил кайф. Здесь питьевая вода. Можно вот так нажать. И польется водичка сюда. О, как класс. А она не из источника, а то у нас сейчас банки освободятся. Давай, открой мне мою бутылочку, пожалуйста, будь другом. Поскольку я носитель камеры, я не могу откручивать. Лучше носитель камеры, чем носитель вируса, правильно? Извините, друзья, если буль-буль распространяется очень громко. У нас сегодня что-то жарковато, 26 тепла было. У нас, да, 26 тепла, завтра обещают, что... Будет немножко похолоднее, к вечеру придет ураган, потому что, видимо, резко потеплело. Я слышала, даже возможен град. Возможен град? Ну, это а в нашей обычно. Чешской республике все возможно? Ну как, смотри, здесь даже пень подписан. Зачем пень подписывать, скажи? Наверное, что это было раньше написано. Это кореневая система елки лесной. Ну да, боровица, да. Сосны лесной. Да. Ёлки лесной. Сосенки. Хорошо здесь, ребят, запах такой фантастический. Дальше будут металлические кони, которых вы видели. Хотя, наверное, это не кони, это, наверное, какие-нибудь верблюды. Я так больше думаю. Ну, на таких длинных лапках, а может, жирафы? Я думаю, это жираф. Я тоже так подумал, что жирафы, да. Но сказал кони. Верблюды, ты сказал. Нет, ну, сверху уже горб, значит, верблюды. Вообще больше на верблюда похоже, чем на жираф. Хотя, кто знает. Давайте посмотрим, что здесь написано. Кто у нас тут угадал? Кто здесь написано? Называется скульптура «Догадайтесь сами». Да, «Догадайтесь сами». Вот, а внизу у нас... Подожди, с вами... а мы вот по этой дорожке вниз чешем, да? Да. Или... Мы можем по ней, можем просто напрямик пойти. И это будет быстрее. Нам, может, не надо, а то еще упадем. Да, здесь они стоят. Помните, я сделал такой кадр, что они стоят и смотрят на нашу телебашню, которая полетела вверх. Сделал такой монтаж. Запуск нашего Байконура, потому что наша телевизионная башня. Смотри, какая зеленая иногда... Прага отсюда открывается, да, холмы, парк. Холмы, леса непроходимые, просто фантастика. А что за парк прямо, Танечка, находится?
Я знаю, что там русское консульство находится. Русское консульство там находится. Стромовка, да. Стромовка, правильно, совершенно Стромовка. Его, кстати, тоже облагородили, и там очень приятно гулять. Стромовки сейчас очень здорово, да, 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 на Стромовке. Мы туда как-нибудь с вами тоже сходим. Вот. Ой, видите, вот особо приятно, что все детали отражены прекрасно в этих скульптурах. Это, кстати, она, я так понимаю, ну, а это, как вы поняли, уже это он. Вот, поэтому... Это семья. Семья. Честно говоря, хочу сказать, что иду в черном, и мне очень дискомфортно. Потно. Ну, не то чтобы, но жарковато. Нет, потно вряд ли. Но жарковато. А здесь жарковато. У нас тоже такая смотровая небольшая площадка. Сплошные виноградники на той стороне. Смотрите, вот там вот на полянке, видите, виноградники, виноградники. И здесь куча таких обзоровых скамеечек, на которых можно вечером посидеть. Парк открыт до 9 часов вечера, да? Угу. И можно здесь спокойно погулять, кайфануть, посидеть, помечтать. Мы по дорожке Ты не пойдем, иди, потому я тебя что... догоню. Куда? Это у меня носочек съехал. Вот они носочек съехал, видите, какой горе-то. Ой. Красота, друзья мои. Пойдемте вниз, потому что там нас с вами ждет, что нас ждет. Ты так радикально решил кубарем спуститься. А здесь быстрее, вниз. Просто эта дорожка здесь понятно, петляет, что а быстрее. Мы потом там поднимемся, пойдем. А у кого ногти не стрижены, что А у кого ногти не стрижены, тот прорежет свои прекрасно красивые кроссовки. Не, у меня-то как раз стрижены, я про тебя А я не знаю, что у тебя, давай посмотрим, пролезает у тебя уже что-то там, прорывается или нет. Я догадывалась, что ты меня сегодня потянешь во все тяжкое. Таня, я, кстати, потянул, друзья, ее в самой меньшей тяжкой, которая могло сегодня быть. Но как-то мне так получилось, что я не пошел туда, куда хотел в самом начале. В следующий раз пойдем. Вот. О, сирень была. Отцвела. Но пахнет еще. Вот сирень. Сирень была и отцвела. Ну, кстати, в некоторых местах она еще есть. Потому что все у нас неравномерно распускалось. Да. Красота. Мимо дорожки. На полянах везде лежат люди, загорают, приходят сюда. Володя, а ты вот со спины похож на кузнечика. Почему? А у тебя такие ножки тоненькие. У меня ножки тоненькие, а попка... Попка вообще у тебя изумительная. Ты знаешь, вот если ты не будешь поворачиваться передом... Послушайте, что женщина если говорит, не будешь да? поворачиваться передом, можно сказать, что ты стройный Тань, звонкий. Положи ключики от машинки вот себе, пожалуйста. Лучше бы деньги передал. А то не хочу я их... бы деньги с удовольствием подержал. Денег у меня нет, я не могу тебе дать деньги, а женщина. А вот со стороны, со спины ты прям очень даже ничего. Со стороны я очень даже ничего. А не со стороны. А не со стороны я страшный бегемотик. Так, ну вот мы с вами спускаемся до самого красивого. Пойдем там, сходим с вами в японский садик. Потом зайдем с вами к костелу и посмотрим вниз на виноградник и на Троицкий замок. Смотри, какие гамачки там прикольные. Да, я там даже в какие-то времена и лежала. Для детишек там все сделано, да? Мы потом там пойдем по той дороге. Сейчас мы просто спустились по этой. И пойдем с вами в японский садик. Пражские парки, они, конечно, великолепны. И их много. И, знаете, меня как-то насмешило. Помнишь, какая-то женщина сказала, да что там в Праге делать-то? Это как... Там зелени нет вообще. Это, конечно, человеку... Это был потрясающий человек. Про Прагу? Да, да, да. Это когда-то кто-то в комментариях, наверное, типа хейтера какого-то, да, как бы вот так вот высказался. Кормушечка для птичек. Так, пойдемте с вами посмотрим, что у нас здесь. Здесь была такая кафешка, в которой заваривали много разного вкусного чая, да? Раньше. Помнишь? Да. Помнишь. А еще здесь был конкурс тыков.
Я как раз вспомнила, на Хэллоуин они выставляют здесь тыквы. Не на Хэллоуин, это когда... На Хэллоуин. Ну да, когда тыквы созревают, у них здесь такой конкурс, выставка тыкв. Разные, огромные, интересные. О, какие, Таня, у тебя. Я сори говорю. Той-той. Кто хочет туалет? Вот на этой поляне как раз они тыквы эти и выставляют. Пойдем дальше. Ой, красота. Вот это у нас японский садик, да? Нет, это не японский садик. Пойдем дальше в японский садик. Там лабиринты, по-моему, какие-то. Это что там? Глициния. Нет, а за ней. Ну, пойдем там, посмотрим. Нам не важно как. Какая-то цеста закрыта, написано. Сувенирный магазин у нас не работает. Чайный магазин тоже не заработает. Здесь чай наливали, я помню. Душистый. Вон сколько детишек бегает. Идеальная травка такая красивая, не то что у нас на заградке. Но сколько всяких цветочков. Слушай, красота необыкновенная здесь. Ну, душевно, если одним словом. Деклайн. Состало. А что у меня немножко камера немножко у меня сбойнула. Тань, пойдем там. Мы сейчас как раз с вами нырнем. Потому что так мы сразу придем к костелу, к этому, да? А мы сразу пойдем лучше сейчас в японский садик нырнем с вами, друзья мои. И там будет красиво, я уверен в этом. Сколько здесь всяких еще клумбочек, какие-то цветочки. Фу. Слушай, а это что у нас тут растет? Хорошо. Это конопля. Это детская, все цветочки. Видишь? Видишь, семейная конопля. Семейная конопля, обхохочешься называется. Обхохочешься, да. Пойдем. Пойдем дальше. Пойдемте. Красотища. Где здесь ныряют-то? Вот, в садик? С левой стороны. Не, а вход-то где? Ну, какая разница, мы войдем с этого входа. Ну, давай здесь войдем. А может, это вход и выход? Нет, это не вход. Это не вход, здесь ты не войдешь. Да? Ой, там прямо рододендроновое царство. Здесь ты не войдешь? Тогда давай войдем. Мы просто с тобой, наверное, рано свернули. Да, нет, я вот там заход, вот. Заход – это другое слово. Ну, вход. Заход. Заход по-русски, в смысле. Вон там вход, я вижу, между деревьями. Я же говорю, что надо было... Не сворачивать с пути, а идти там. А мы с вами как-то вот. Так, вот здесь вот где-то между. Ага. Вот она дырочка. Мы сейчас туда нырнем. А вот, друзья мои. Во-во-во, учись, как бонзай надо выращивать и сажать. Расскажи грустную историю про наш бонзай. Наш бонзай один не получился, да, высохла. Я хотел из ивы сделать бонзай. Я из нее сделаю бонзай, потому что одна у меня все-таки пустила корешки, и мы ее привьем как-то. В смысле... Прирастим к нужному месту. Слушайте, а здесь как интересно, они выставили все бонсаи здесь, да? А вот там вот где-то вода должна была. Течет там что-нибудь внизу? Должен ручеек. По звукам что-то есть. Я вижу воду. А вообще вот такая экспозиция бонсаев очень красивая, да? Оригинальная все такое у них тут разное. Да. Скажу тебе, по-моему, этого тоже раньше не было. Было. Это новинка. Сезона? Да. Не, было. Это уже было давно. И здесь. Да ты ничего не помнишь, что тут было, тут не было ничего. Ну почему не помню?
Здесь есть все, здесь только нет ни одной ивы, обрати внимание. Может, ну, давай нашу сдохшую сюда принесем, подарим. Может, как не надо сажать. Это вообще как маленький человечек, видишь? С ручками. Сосенка какая-то. Оригинально. Да. Так, где-то здесь должны были быть рододендроны. Я их видим? Да. Сейчас мы их увидим. Почему-то здесь не течет речушка, она должна течь, но, видимо, что-то выключено у них там. Смотри, какие рододендроны здесь разрослись. Очень красиво. Вот здесь везде течет речечка такая маленькая, ручеек. Но сейчас он почему-то у них выключен, и все сухо. Наверное, там не особо... А папоротник какой красивый. Да все здесь очень красиво. Потрясающе. Такой запах, ребята, вам не передать. Вот такая красота. Просто мы сегодня, кстати, хотели пойти в зоопарк еще сходить. Но зоопарк не получился, к сожалению. Удивительно, что здесь вода не течет. Должна вот здесь везде течь вода. Ну, видимо, ее выключили просто. Ну, выключена и сухо вообще, да? Не знаю почему. Система засорилась. И там теперь тоже не выйдешь. Пойдем вниз тогда. Давай вот хоть круг сделаем какую-нибудь чушь. Давай, давай. Давай здесь пойдем, вот как по тропинкам нарисованы. Типа проходишь по садику, и твоя энергия возрождается. И чакры открываются. Чакры открываются. Попка закрывается. Попка закрывается. Да. Володя, смотрю на твою попку и не могу оторваться. Какая красивая попа у тебя. Спасибо, Танечка. Пардон. Так, кому-то помешали фотографировать. Ну, пойдемте, выйдем отсюда из этого. А тут какая-то птица дивная сидит и так красиво чавкает. Говорит. И красиво чавкает. Рододендроны здесь хорошо вписались. Знаешь, они, по-моему, везде хорошо вписываются. Мы когда с тобой по деревне нашей гуляем, там тоже буйство рододендронов у каждого на участке, можно сказать. Бамбук. Бамбук. И здесь мы выходим на тропинку, которая приведет нас куда? Как вы думаете? А сейчас я вам винотеке. К винотеке, да. Все правильно. Ой, как здесь сирень-то пахнет. Ты прошел, даже не заметил. А это какая-то юная. Юная сирень. Но душистая. Но душистая. Кустики сирени, но душистые. Пойдем посмотрим, куда нас приведет эта тропинка волшебная. Волшебная тропинка ведет нас к виноградникам. К виноградникам. А мы, кстати, здесь с тобой никогда не пробовали местное вино. Пробовали. А, в ресторане пробовали. Хорошее. В ресторане было. Здесь хорошее. Хорошее. Недавно здесь мой друг Максим был и тоже попробовал здесь винца и сказал, что... Он, конечно, не дешевый, да. Но хороший. Но и ресторанчик тоже не дешевый. Но и хороший. Но хорошее. Белое хорошее вино здесь. И внизу Троицкий замок. Его будет видно чуть повыше, когда мы пойдем вот туда наверх. Сейчас Танечка... Да, я готова. Водички мне даст чуть-чуть. Танечка, открутите мне, пожалуйста. Какое у тебя это обслуживание? Просто VIP-обслуживание. За тобой воду носят, бутылку открывают. Спасибо, Танечка. Ты настоящий друг. Извините, ребят, за то, что мы булькаем. Что мы тут чавкаем, булькаем. Но жарко, правда. Правда жарко. Пройдем мимо всяких кустиков волшебных, которых здесь просто тоже тонны.
Я даже не буду вам рассказывать, как они называются. Потому что это не имеет никакого смысла. Их слишком много. И опять здесь это чудо... Слушай, оно вот так само растет или его стригут, что оно так растет? Что-то мне подсказывает, что само. Да? Вот так само красиво растет? И оно великолепно. Согласись. Я бы хотела такой на участке. Ну, кто мешает? Давай прочтем, как оно называется. Я думаю, не а у него такие иголочки мягкие. Ну, не обнимаю. Ой, ну они все-таки колятся. Красотища. Ребят, жалко, что мы сюда попали, когда уже множество чего-то отцвело. Все-таки уже 4 июня сегодня, и уже много чего отцвело. Вообще, май был стрёмный месяц. Прохладный, даже потому что он был прохладный, и вдруг... Обратите внимание, какое количество лавочек, кстати, везде, да? И везде можно посидеть вот с таким видом. Пойдем наверх. Здорово здесь. Настроение просто потрясающее. Это, кстати, тоже одно из мест, которое очень. У меня настроение полежать где-нибудь на травке. Мы сейчас с тобой там остановимся. На верхней точке. Вот. Сейчас мы выходим к этому такому костельчику. Здесь тоже можно иногда посидеть. Да, Таня? Смотрите, как здорово. И давайте я вам покажу Тройский замок сверху. Какие-то знакомые цветы, растущие вот такими ярусами. Нет. Ну это колючки потом, нет? Нет. Это не колючки, это цветы. Репейник, вот. Шучу. Это не все, не то. Пойдемте с вами туда, выйдем. Если там открыто. В чем я не уверен, кстати. Не открыто. Сейчас мы с вами туда выйдем, пройдем. Вот сюда, с этой стороны-то не обойдем. И будет очень здорово. Богослужбы проходят каждое воскресенье от 11 часов. Ух ты, а здесь еще можно вот так пройти. Ну, это если ты вниз хочешь спуститься туда, и ты выйдешь к дороге. Я не хочу вниз. Если я выйду к дороге, я к машине никогда не доберусь больше. Давайте я вам покажу, как здесь все выглядит. Вот Тройский замок, где мы с вами были, как-то гуляли, помните? Там еще цвели прекрасным цветом вишни. Теперь эти вишни такого вот, видите, с такими... Слушай, там все в вишнях, да? Они бордового цвета такого, надо видишь, сюда потом за плодами приехать, пособирать. Да. А здесь та самая винотека, куда можно пройти и налить винишко, кстати, тем, кому жарко стало, холодное вино белое. Какой класс, да? Скажи. С той стороны, если войти в этот храм, там еще одна площадочка такая. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Кстати, можно и туда пройти, и здесь на скамеечках посидеть. Абсолютно элементарно. Можно вот сюда выйти. Тоже очень круто. Скажите. Фантастика. Я, Тань, когда сюда приехал, первый раз очень хотел где-то здесь, в этом вот райончике жить. А мне тоже этот райончик очень нравится. Потому что любил здесь. У меня здесь тоже подруга прожила где-то год в этом райончике, когда она жила в Чехии. Да. Я любил здесь. Во-первых, здесь есть зоопарк мой любимый. Во-вторых,
Здесь мы с вами шли. Ну, здесь жить очень дорого, я скажу тебе. Здесь жить? Здесь дорогая площадь. Это же Прага. Всем, конечно. Здесь не то, что здесь дорого. И в Праге дорого, недвижимость очень. Понятно, абсолютно. Вот, здесь есть еще такое место. Ну, кстати, давайте прочтем с вами про этот маленький костел, когда он был построен. 18-я, половина 18-го столетия. Вот, и здесь обратно мы выходим на ту самую полянку, где дети бегали, помните? Вот, сегодня мы как-то с тобой тихо так с тобой строим нашу беседу, так не крича, спокойно. А потому что место такое, знаешь. А место, знаете, вот прямо умиротворение, просто, ну, ребят, ну сказка, понимаете? Тут орать даже не прилично. Сказка, я даже вот вам и рассказывать ничего не хочу, потому что место само за себя говорит. Тут можно помечтать, полежать, посидеть. Да. Но, мне кажется, по площади этот ботанический сад меньше, чем вот тот, который Нет, у Прогонского парка. Нет. Не меньше, не меньше, по крайней мере. Таня, ну как? Так, Прогонский же тоже ботанический сад. Я беру другой, который через дорогу. Вот он как раз не больше. Не сам Прогонский, он может быть больше. Но он тоже ботанический, кстати. Они все ботанические, тот и этот. Там без, имеется в виду ботанические, где сажают специально растения, за ними следят. И так далее, и так далее, и так далее. Какая красота. Так, я все мечтаю в машину к тебе бросить какую-нибудь лежанку и вот так же приехать в какой-нибудь парк, упасть и кайфовать. И полежать, да, здесь? Слушай, Потом а кто-то здесь вот живет прям рядышком и входит вот здесь через вход, купил себе абонемент. Когда абонемент покупаешь, друзья мои, на вход сюда, билеты уже не стоят так дорого. То есть вот на сегодняшний... Сейчас мы отдали по 100 крон, Стане, чтобы зайти. А если абонемент, там совершенно, там в разы. Слушай, а парковка у зоопарка, они вообще оборзели, 200 крон стоит парк. Да, мы еще не подъехали, парковка заполнена одна, две остальных не работают, вход только один, до него надо идти. И мы поняли, что крон. Это знак, да, развернулись, поняли, и поехали что это знак, в ботанический сад. Решили, не нужно нам зоопарк сегодня было. Решили прийти в зоопарк в другой день. Потрясающе подстриженные газоны. А вот там вот подальше, ребят, за вот этим деревом, как бы если туда пойти вниз, там будет Фата Моргана. Это такое стеклянная теплица, где тропические растения. Там тоже очень интересно. Там, к сожалению, нельзя внутрь с камерой. Надо было, ну, можно, но надо было заранее купить для этого билет в кассе. Касса здесь далеко уже достаточно, я туда не пойду. И я думаю, что там очень жарко, я сейчас не хочу. Там всегда жарко, туда зимой особенно очень прикольно ходить, знаете, погреться. Потому что согреться можно. Пойдем в тенечек. Жалко, что наверх какой-то. Ты просто не оцениваешь, что вот этот парк, вот туда вниз дорожка, она еще туда вниз далеко идет. Ну, возможно. Я говорю, жалко, что наверх никакой вагончик не ходит. И мы можем тоже туда пойти и потом там наверху подняться, но пойдем здесь лучше. Да. Это что, щавель? Ты знаешь, а чехи не знают, что такое щавель. Они только знают, что такое вот это вот зеленое листья. Ну, шпинат это и есть щавель, просто он немножко другой. Но он не кислый. Он просто не кислый, но это одна разновидность. Точно, мне надо щавель посадить. Щавель надо посадить, чтобы щавелевый супчик делать. Кстати, давно мы не ели щавелевый супчик. Ну вот из баночки как-то не очень, когда вот свежий щавель. Ну да, у нас продается щавель такой, только в баночках. А у нас, кстати, кто-то магазине. Из знакомых выращивает у себя на участке мы щавель. Мы как-то тоже пытались выращивать, у нас как-то росло. У нас разный разок выросло. А у нас же остались семена. У меня, по-моему, семена еще есть, да, я забыл про них. Ну так посади. Кто мешает? Ой, дай Танечке водички моей хлебнуть, так сказать. На дорожку в гору? Да. Спасибо, друзья, что терпите наши буль-буль-буль. Ой, хорошо. Мы как с тобой пойдем? Постепенно? Мы постепенно, я не хочу это. Или вот так вот по тропинке вверх? Упасть в горе. Ну хорошо, пойдем постепенно. Постепенно, постепенно, постепенно пойдем.
Мы пока будем показывать здесь всякие растущие красоты. Ты такой канал для пенсионеров. Да, канал для пенсионеров. Кстати, что там Денис тут у нас отчебучил? Буквально Денис на следующей неделе у нас собрался, ну не собрался, он идет на танцы, у него первые там уроки. Я говорю, ой, здорово, Дениска, с девчонкой какой-нибудь познакомишься. Ага. Он говорит, меня женщины пока не интересуют, от них одни проблемы, на них надо много времени тратить. Я говорю, зачем тебе женщина, девушку найдешь. Девушки меня тоже не интересуют. Много времени отнимает, но в принципе, он прав. Это правда ведь? Ну, если так философски на это смотреть, то, конечно. Ну, гамачки для тебя. Ты знаешь, я боюсь, что если я сейчас лягу туда, я уже потом не захочу встать. И тебе придется... Да ладно. И тебе придется меня тащить на себе. Ты просто да боишься, что она треснет и отвалится. Я уже там лежала. Но ты не лежала там после коронакризиса? Это у меня сейчас тоже кардиолог, плановый осмотр был. Она говорит, а вы прибавили? Где? Я знаю. Она говорит, а у меня все пациенты прибавили. Это называется коронавирусная прибавка. От 2 до 6 килограмм. Коронавирусный довесок. Я говорю, у меня 3 килограмма прилипло. Она здесь говорит, вот тоже да? Коммуникации делают. Видишь, это, видимо, с этим связано, потому что он раскопан по всему. А, ну точно, они делали оттуда канализацию, значит, здесь все понятно. Значит, здесь скоро будут человеческие туалеты. Смотри, какие ромашки. О, да, ромашки я тоже люблю. Пойдем тогда там, Таня, попробуй, с правой стороны, но там в конце есть дорога. Там какой-то подъем будет сумасшедший, да? Не, не будет, наоборот. Ну, в принципе, лучше идти так, а можно и там раскакать по тропинке. Ну, давай здесь лучше пойдем, да? Давай лучше здесь, да. Думаешь? Да. А может, срежем? Там не срежешь. Сиренью еще пахнет, да? Прошли мимо кустов сирени еще. Да тут вообще чем только не пахнет. Да? Одни цветочные ароматы. А мы идем по дороге к солнцу. Люди в кустах залегают. Клещей своих ищут? Нет, здесь тропинка есть. Но она сейчас там перерыта из-за того, что это самое копали. Не, давай пойдем нормальной дорогой человеческой. Неизвестно, что там впереди нас ждет. Пчелы. Написано, что нас там ждут пчелы. Нам только пчел не хватало с нашими красными лицами, чтобы они у нас еще больше стали. Слушай, да, тут, конечно, загоришь на солнце, не то слово. Абсолютно. Привет, я без очков не привык, честно говоря, и так немножко... Жмурюсь и потею в своей черной маечке. А находи плюсы в этом. Какие? Похудение. Потеряешь много воды и похудеешь. Ну да. Но я же еще и пью воду какую-то. Красота, друзья мои. Вот сейчас я могу вам честно и с уверенностью сказать, что я чувствую лето. Да? Еще бы. Ты не чувствовал по 30 градусов, градусов да. Лета. По 30 градусов. Посмотрите, какая красота. И это все Прага, это центр города, вот он. Рукой подать. Посмотрите. А мы сегодня с тобой целый день с утра гуляем. Ты не заметил? Вон Эйфелева башня прямо по курсу, видите? Соответственно, вы понимаете, где находится Пражский град. Собор Святого Вита. Вы видите его прямо по курсу у вас, посерединке. Класс. Пойдем.
Ой, Таня, давай вот здесь срежем, смотри. Мне кажется, что здесь дорожка очень даже подходящая, срезательная. Ну да. Мы немножко, ребят, подышим в микрофончике. Носом дыши, Таня, чтобы микрофон не попадать. А у меня ноздри слипаются, а конопляного масла у меня нету. Танечка, не выдавай все секреты наши наркоманские. Конопляное масло у нее, понимаешь? Вот, мы сейчас здесь через кусты. Кардионагрузка. Придем прямо куда надо. Добрый день. Так, я вас пустим. Бойтесь клещи. Клещата. Но мы не боимся. Мы пройдем сквозь клещевые заросли и перейдем прямо наверх. О, все, мы здесь. Таня, попыхти нам. Никифоров, я тебя ненавидим. Попыхти нам немножко. Ну, спасибо. Я сейчас просто упаду. Здесь хорошо. Тропиночки. Ой, а запахи, ребята, вот здесь как раз то, о чем мы вам рассказывали про запахи вот этих вот еловых опилочек, сосновых, сосновый лес. С детства этот запах. Дело в том, что мое детство, спасибо моим родителям, точнее моей маме, я даже думаю, прошло в Подмосковье, в Валентиновке. Это там, где Болышево, Валентиновка, Мытищи, вот туда, по Ярославскому направлению. И там огромные участки были. Мы снимали дачу у людей, которые стали нам потом как друзья, как родственники, каждое лето. И мы жили, там участок был 30 с чем-то соток. По тем временам это были вообще королевские участки. 37 соток. Ну, я скажу и тебе, он весь был, Таня, и он весь был в соснах. Я тебе скажу, что и по сегодняшний день это место считается козырным. И вот все мое детство, буквально, я маме своей говорил много раз, что лучшее, что ты для нас сделала, вы для нас сделали с папой, это с моим братом, это вот... Шишкин лес. Шишкин лес, да, это дача, потому что это лучше, самые лучшие годы. Есть сам, то, что единственное, что я вспоминаю с детства, на самом деле. Все остальное как-то слилось в одинный бетонно-стеклянный какой-то монолит. И я ничего не помню там и не вспоминаю о своем детстве, проведенное там, знаете. А меня в детстве вывозили в Астрахань на Волгу. Вау! Да. Это круто, Таня. Вот мы и выжили. Вот мы и как бы и вышли раскопки древних динозавров. Вертолетики летают. Пойдем здесь теперь. А, ты хочешь через лес выйти? Я хочу выйти там через ту дорожку, которую мы в прошлый раз не нашли почему-то с тобой. И покажем. Мы свернули. Покажем нашим ребятам чудесные лавочки, скамеечки. Вот такие, смотрите, какие здесь потрясающие есть. Я даже тогда помню, сделал такую вот фотографию, но она, к сожалению, получилась не очень резкая, а я это не досмотрел. Поэтому она не очень получилась. Но прикольно. А наши дети думают, что мы в Дрездене, а мы всего лишь в ботаническом саду. Так, друзья мои, это следующая эпопея сегодняшнего дня. Потому что я думал, я сейчас разверну вот так. Я думал, что мы закончим сегодняшний день гораздо раньше. Но, к сожалению, по работе получилось так, что это не вышло. И мы хотели в Дрезден сегодня рвануть первый раз, скажем так, пересечь границу после всех наших карантинных. Наметили себе маршрут, который обычно нас устраивает в этом замечательном городе. Собирались там пообедать. Но что-то пошло не так. Наши планы кардинально поменялись. Да, да, да. Но тоже неплохо, да? Идем гуляем по лесу, можно сказать. Совершенно.
С тобой согласен, очень неплохо. А вот эта штука тоже очень интересная для детей. Это интересная, да, штука. Это нужно засунуть туда руку. И понять, что внутри лежит. Если там ничего не укусит, и понять, что там лежит. В каждом, вот в таком домике, лежат разные вещи. Но вы сможете это понять быстрее, чем дети. Что там лежит? Что там лежит? Что-то там лежит. А здесь что-то лежит другое. Желуди здесь лежали. А здесь что лежит? А здесь что лежит? Здесь какие-то тоже штуки лежали. Короче говоря, да, и типа отгадай, где что. Очень прикольно. Ну, обычно там много лежало, да? Просто сейчас что-то растаскали дети, наверное, под конец дня. Мы все-таки под конец дня уже пришли. О, белочка, белочка, белочка побежала. Вон на лавочке. Видишь, вон. Ага. Вон она, через дорогу сейчас побежит, смотрите. Дохлая какая-то. Ну, такая. Бельчонок, вот. Наверное. Это маленькая, да, бельчоночек. Вау, прыг-скок, прыг-скок. Класс. Вот раз, детская площадка. Да, еще питьевая вода. Всякие детские площадки интересные. Ну, они такие тематические, да? Ну, да, все в такой, да, все. Все в дереве, все. Здесь можно поиграть на бревнах, вон, видишь? Они наверняка каждый со своим звуком. Что-то ландышами пахнуло. Ой, а ландышей здесь много, друзья. Мы вам даже, может быть, покажем. У них своих хватает, поверь. Ой, красота. Ребята. И для этого до всего не надо и далеко ехать. Просто выходишь с другой стороны вот этого парка, как раз где мы сейчас выйдем, там находится обычный панельный спальный район, который тоже называется Троя, на Праге 8, где люди живут в совершенно обычных квартирах, в панельных домах, но они имеют вот такое потрясающее счастье выходить в этот парк, пробежаться, прогуляться, насладиться. Единственный минус, конечно, здесь нельзя с собаками. Здесь нельзя с чем там еще, там что-то на велосипедах и так далее. Потому что люди, ну, как бы надо охранять чужой покой. Сейчас мы выйдем уже из этого парка, потому что мы пришли фактически к тому месту, где мы его начали, и пройдем по полюсу просто около этого парка. Я думаю, что... Фу, я вам покажу еще просто вот, где мы запарковались, чтобы вы поняли, в каком месте находится этот парк относительно этих панельных домов, то, что я говорил. Так, вот сейчас мы будем здесь крутиться, как-то выходить. Но он закрыт, да? Нет, почему? Да. А, да. Да. Вот. Но! Заплянул. Ну, обойдем. Единственный раз собрались по правилам. Вот, друзья, вот так вот соберешься. Сейчас. Соберешься с вами расстаться. А не получается. Не отпускает меня, видите? Хотя уже сколько мы с вами ходим? 1:03. Ой, а что это такое? Я хотела сказать, что это пионы, но это не пионы. Это... А нет, пионы вот рядом. Пионы же. Да, какие красивые. Жалко, так далеко. Тогда нос, давай нос покажем. Покажем ландыши. А если они там еще есть? Есть. 100% есть. Здесь, а вот здесь мы шли? Где мы шли? Здесь мы не пройдем. Там будет... А мы сейчас с тобой вообще выйдем. Мы сейчас выйдем обратно и... Кто так строит? Ну, кто так строит? Да, нам сейчас придется все обходить, я поняла. Ну, обойдем, ничего страшного. Лишний круг, так сказать, нарежем. Да, ну, слушай, у них входы были закрыты из-за карантина многие, но я не понимаю, почему выходы закрыты. Ведь можно было... обойти. Но ничего, зато мы вам показали много чего интересного. А, как здесь хорошо. Вот здесь вообще шикарно, да, там тенечек. Ну, райское красота, место. Красота, райское место просто. Здесь мы пройдем, как ты думаешь, куда-нибудь? Тропинка есть. Тропинка есть, пойдем. А мы уже час гуляем, да? Мы уже гуляем час. Надо же. Ой, голуби.
Доставучие пражские голуби. Они очень мешают спать по утрам всегда. Сядут где-нибудь. Горлица они называются. Горлица, да. Сядут где-нибудь и... Ой, смотри, как у тебя хорошо получается. Я уже научился их языку, Тань, за эти годы, которые так здесь живут. Так у тебя музыкальный слух. Ловишь все интонации. Вау. Красиво. Вау. Наслаждение просто, друзья мои. Просто наслаждение. А ты со своей маечкой с подсолнухом. А я со своей маечкой с подсолнухом, друзья мои, здесь как этот самый. А если эти маечки раздать всем служущим, то сразу будет видно, кто есть кто. Ты предлагаешь сделать подарок просто всем служащим. Биологической загородке? Да. Давай сделаем подарок. Да. Ой, хорошо. Опять эти деревья, которые мы с вами видели, которые я фотографировал. Очень они красивые. Но они с этого ракурса так не очень смотрятся, с того красивее. Да, с того они красивее, но тоже ничего. Какие-то маленькие цветочки посажены. Красивые. Каждая дырочка засажена, Танечка. Вот. О, Таня, я знаю, что тебе подарю. Смотри, если какой. Ты мне такой подаришь, я тебя на него посажу. Ой, не трогай, да, потом будешь иглы. Это самое, ядовито будешь. Пальчик болеть будет. Ну вот мы выходим уже к выходу, и как раз виднеются, друзья мои, те самые панельные дома, о которых я вам рассказывал вдалеке. Жителям которых очень повезло, что они живут в районе Троя на Праге. А я уверена, что здесь недвижимость из-за этого парка выросла в цене, нет? Не, спальный район обычный, так что имейте в виду. А близость к парку не играет значения? Нет. Имейте в виду, а там дома достаточно обычные, кроме первых трех домов, которые там стоят, которые не так давно были построены. Остальные все очень старые, уже там 60-х годов, и панельные просто. Красотища, друзья мои. Красотища. И не жалко 100 крон за билет, так сказать, абсолютно. А духотцам дешевле. Да. Духотцы, ребята, это пенсионеры. Да, доходяги. Вот, все эти дома очень старые, на самом деле. Только там подальше, там стоят новые новостройки. Нет, точнее, не подальше, а вот они. Прямо там, с левой стороны. А это все старые. Панельные дома. Но я уверен, что с их балконов и лоджий потрясающий вид открывается. Я тебе скажу, что даже несмотря на то, что ты так это говоришь, акцентируешь, что это панельные дома, внутри планировка все равно неплохая. Ну да, вы знаете, там единственное, что минус, что, как правило, в них низкие потолки. Потому что в те годы строили потолки достаточно низкие. И мне тяжело. Это, в принципе, я все детство провел в таком доме панельном, где потолки были. Но сейчас, когда ты почувствовал воздух, тебе в это да, уже тяжело сходить. Но сейчас, да. Когда я почувствовал воздух, высокие потолки. А тут у нас еще пахнет тухлой травой какой-то, не очень приятно. А, ну там вот просто куча лежат. А может, это удобрение, Таня? По-моему, это скошенная трава. Я, если с вами тоже долго трава, не тоже, убираю, это она тоже так начинает пахнуть. Это тоже удобрение. А если вот здесь пойти, друзья, вот там пойти, то там будет море подснежников. Каких подснежников? Ой, в смысле подснежников. Одуванчиков. Ну, Тань, ландышей. Скажи, давай нажми на кнопочку, чтобы я прошел как король. С коляской. Я же с коляской. Ну вот, мы с вами вышли на парковку. Сейчас мы посмотрим на план этой ботанической заграды, сада. Вот там наверху видите сайт. А вот этот план везде, где мы шли. И на этой торжественной ноте. И на этой торжественной ноте мы покажем вам панельные дома. И поедем домой. Сегодня пятница вечер. Завтра в субботу утром. Я очень надеюсь, друзья мои, что вы увидите это видео. И ваши выходные
не пройдут зря. Ну что, пока-пока, дорогие мои, очень хорошо было с вами. У нас сегодня какое-то такое лирическое, спокойное было. Да, мы что-то на расслабоне, потому что... Я работал много, и... Рабочая неделя сложная твоя закончилась. Очень нервная была вся работа. И все прошло успешно. Она не закончилась, но она уже не такая нервная. Все прошло успешно, удачно. Все живы-здоровы, слава богу. Всего вам хорошего. Берегите себя, хороших вам выходных, хорошего вам лета. Хорошей погоды, да. Всем любви и мира. Вот это говоришь, как будто мы еще не увидимся. Мы будем с вами часто видеться, не переживайте. Просто у меня не было времени. Будем часто видеться. Ты так часто стал в последнее время говорить, но видимся мы все реже и реже. Не, неправда. Мы видимся достаточно одинаково. Просто, ну, когда работа, я не могу, ребят. И огромное вам спасибо, ребята, за ваши теплые, прекрасные комментарии. Которые вы не оставляете даже в то время, когда мы... Нет, ты что, у тебя самые лучшие комментарии. Ты же читаешь, наслаждаешься. Нет, которые вы не оставляете и пишете постоянно. Тань, что ты меня слушаешь? Нет, вы нас не оставляете. Вы пишете постоянно, даже тогда, когда я видео не выпускаю, вы идете в старые видео, пишете там комментарии. Мне это очень приятно. А все почему? Потому что они скучают. Да. И мы вас тоже любим. Пока-пока. Пока-пока.